Друзья, привет! С вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. И в этом видео мы с вами поговорим о новинке электроскутера CityCoke 3000 Watt. Поговорим о его комплектующих, характеристиках и также покажем реальную его скорость. Мы сделали покатушки, замерили его реальную скорость по GPS. Поехали! Итак, друзья, CityCoke 3000 Watt. Стильный, яркий, обалденный, классный дизайн на литых дисках. Данный скутер уже предназначен для использования в дорогах общего пользования. В нем уже есть в комплектации зеркала заднего вида, яркое освещение, ближний, дальний свет, стробоскопы, поворотники спереди, поворотники сзади, стоп-сигнал, габариты. Все это идет в комплектации. Также звук, звуковой сигнал, режимы переключения скоростей, первая, вторая, третья. Также данный скутер комплектуется в комплекте, уже 3-киловаттный, идет с держателем под телефон, с возможностью подзаряда вашего гаджета во время езды. У этого скутера стоит уже кнопка старт-стоп, как в принципе и на предыдущих версиях обновленных CityCoke. В принципе, для многих это не новинка, но кто не видел и не знает, это в принципе функция достаточно удобная. С данного скутера идет один аккумулятор на 20 ампер-часа. По дистанции, если говорить о скутере, например, 2 кВт, а не 3 кВт, потому что мы не замеряли максимальную дистанцию на одном аккумуляторе, либо на двух, то есть сказать точно, что 3 кВт проедет такую дистанцию, мы не можем. Да? То есть, но если говорить о предыдущих байках, которые мы замеряли, то, например, на 2 кВт на 20 ампер-часа, да, то есть на батарейке с весом райдера в районе там, 80 кг, можно проехать в районе 35-40 км. Соответственно, в данном байке есть отсек на второй аккумулятор. Можете приобрести в нашем магазине второй аккумулятор, также на 20 ампер-часа, дооснастить его, и тем самым вы увеличите мощность вашего скутера и дистанцию. Дистанция увеличится она в 2 раза. Также, друзья, не забывайте, что, в принципе, скорость и дистанция, она зависит от многих факторов, таких как вес райдера, скорость, на которой вы катаетесь, местность, по которой катаетесь, будет ли это наклон, либо горка, да, то есть либо это будет бездорожье. Все эти факты, они влияют на то, на какое расстояние и вы проедете на одном заряде. Итак, друзья, что касаемо комплектации, данный скутер, в принципе, по освещению, по комплектации я с вами пробежался повторно, да, то есть также он оснащен на бортовой компьютер ЖК-шка, цветной, с вами показывает текущую скорость. Режимы скоростей. В данном скутере идет 3 режима скорости. Показывает вольтаж и заряд аккумулятора. Показывает дистанцию, то есть километраж, какой пробег на данном скутере. И также индикацию показывает тех параметров, которые вы включаете. Например, указатели поворотников, освещение, фара, стоп-сигнал, либо ошибки, если они возникают в данном скутере, появляются. Амортизация она идет двойная, спереди и сзади. То есть, в принципе, она стандартная, как на всех CityCoke, которые идут с двумя амортизаторами. Поэтому здесь ничего нового. Что касается системы торможения, торможение здесь гидравлическое. Для удобства владельца CityCoke в данном комплектации идет под задней пассажирской сидушкой. Идет у нас с вами находится бардачок, который закрывается на замок, и кофр. Но сразу скажу, что на кофр, кто не смотрел предыдущее видео, рекомендую не облокачиваться. Клиренс у данного скутера составляет 20 сантиметров, то есть это именно полезное расстояние, именно чистый клиренс расстояние от асфальта до, соответственно, нижней части корпуса. Так, друзья, в принципе, покатался, посмотрел, замерил скорость.
Могу сказать открыто, что бортовой компьютер дезинформирует, то есть показывает неточную информацию. То есть на холостом ходу он выдает 95 километров, 92-95. Под нагрузкой вес может составлять 80 килограмм, я разогнался там 82-85, это опять же по бортовому компьютеру. Под GPS, который рядом стоял, он мне показал максимальную скорость 58 километров. В принципе, это была максималка, я ехал на Максбете, скажем так, да, то есть чувствовал, что, в принципе, можно было бы его вытянуть там до 60. Можно точно сказать, что максимально его скорость реально 60 км в час 3-киловаттного CityCoke. В принципе, мы попробовали потестировать с одним аккумулятором, поставили второй аккумулятор, подумали, может быть, будет динамика, не динамика, а скорость она будет выше. На самом деле скорость она не была выше, то есть что с одним, что с двумя аккумуляторами, скорость совершенно она одинаковая. Единственное, что мне показалось, что немножко она стала, он стал еще подинамичнее. Но опять же, сугубо это мои ощущения и мое такое мнение. Но опять же вернусь и скажу так, что в принципе по динамике реально мне он очень понравился. Он отличается от всех своих предшественников и своих, скажем так, конкурентов. Динамика у него очень достойная. Чтобы поговорить о минусах, это покажет только время. Единственный минус, который у него есть, и это, в принципе, я вам о предыдущем видео сказал, кто не смотрел, еще раз повторюсь, так как колеса стали больше, да, то есть крыло стоит заднее вплотную практически к заднему колесу, установлено снутри, и может протереть просто ваш провод, и у вас может выйти из строя ваш стоп-сигнал, там, поворотники и так далее. Поэтому здесь нужно быть аккуратнее. Ну, на фабрику мы эту информацию передали, завод обещал доработать, и, в принципе, в следующей уже версии этих недостатков уже не будет. Опять же, характеристика, не скажу, что он 3-киловатт, не скажу, что он, опять же, не 3-киловаттный. Динамика у него реально стала лучше. Про мощность его контроллера, то есть мы с вами говорили в предыдущем видео, да, то есть мы вам вскрывали, показывали, как он выглядит, да, то есть сейчас скрывать не буду, просто вставим фотку, да, чтобы вы посмотрели еще раз, как выглядит контроллер на этом скутере. К сожалению, никаких гравировок, обозначений, что это реально 3-киловаттный, нету. Но, тем не менее, визуально он отличается от всех своих предшественников, любых скутеров, которые стоят, то бишь, там полторашка, двушка, неважно, да, то есть он отличается, то есть его внешний вид, дизайн отличается, то есть он стал более габаритный, и на взгляд, то есть он такой массивный, как будто бы реально 3-киловаттный, поэтому все может быть. А что касаемо динамики, повторюсь, да, динамика, да, безусловно, она стала лучше, скутер стал бодрее и интереснее, в отличие от других каких-то скутеров. Поэтому, в принципе, как-то так, но мы его не разбирали, поэтому время покажет, как скутер себя ведет вообще при пробеге 300, 500, 1000 километров, да, то есть это, конечно же, будет интересно, и получить также, друзья, от вас эту обратную связь, кто приобрел, либо хочет приобрести этот скутер, либо приобретет и покатается, да, дайте обратную связь, нам очень это интересно. Вот, поэтому, в принципе, друзья, это, наверное, такие основные моменты. Также мне интересно ваше мнение, друзья, ну, как вам этот скутер, да, то есть, что вы думаете о нем, понравился, не понравился, что хотели бы добавить в этот скутер, по вашему мнению, да, что здесь лишнего, что не хватает. Реально, вот его скорость, там, 60 км в час, заслужит ли оно, скажем так, мощности этих 3 киловатт, да, то есть, ну, скажем так. Мое мнение, что 60 км в час, да, то есть, реальная скорость 60, это достаточно достойный, в принципе, показатель, если говорить о всех других версиях, которые разгоняются реально где-то в районе там 40-45 километров. Итак, друзья, многие задают вопрос о том, что можно ли ездить на любых CityCoke в дождь, либо влажную погоду, да, после дождя, по лужам и так далее. Я вам сразу открыто скажу, что не рекомендуем, потому что все CityCoke, они достаточно дырявые. Извините за прямоту этих слов, дырявые, это имеется в виду то, что очень много, скажем так, мест, куда может попасть вода, тем самым, да, залив либо контроллер, да, то есть всю электронику, и тем самым выйдет ваш электроскутер из строя. Поэтому, друзья, мы вам рекомендуем, если все-таки вы планируете ездить под дождем, либо по лужам и так далее, то делайте гидроизоляцию. Эта опция у нас, она имеется, поэтому мы всегда будем рады вам в этом помочь. Да, хочу добавить, в комплектации данного скутера также идут ключи и брелки с сигнализацией и без ключевого доступа. Вы, наверное, с этим знакомы, а кто нет, я сейчас покажу и расскажу вкратце. Для того, чтобы его завести без ключевого доступа, то есть это вам нужно снять сигнализацию, нажав два раза кнопочку разблокировки, здесь она нарисована, два раза нажали, и нажать дважды молнию.
Все, он у вас включается. Дальше, соответственно, вы можете ехать на вашем скутере без включения кнопки старт-стоп. В принципе, плюшка такая тоже приятная. Также скутер снабжен сигнализацией. Сигнализация у нас с вами, чтобы поставить, нужно нажать один раз на замочек. Все, он встал на замок. И самая интересная особенность в том, что если кто-то попытается его угнать, да, вот, стоять, то блокируется. Вот видите, да, то есть человек попытался угнать мимо проходящий, да, шутка, конечно, это наш человек, но тем не менее мы вам показали небольшой такой отрывок, который, в принципе, может произойти с каждым, да. Блокируется мотор-колесо, тем самым не дав укатить ваш скутер. Тоже данная опция, она прикольная. Но у этой опции есть одна особенность. Если он стоит на сигнализации и его пытаются угнать, аккумулятор, вы видите, где находится, он спокойно укатывается, да? Поняли мы с вами, да, какая, скажем так, отличительная особенность, как плюс, так и минус, да, в том, что если он у вас стоит на сигнализации, и у вас стоит питание аккумулятора, и даже на сигнализации, человек, который, в принципе, более-менее понимающий, да, то есть он колесо заблокировав, он просто отключает провод питания, и тем самым спокойно снимается эта блокировка мотор-колеса, и скутер ваш укатывается. Но так как здесь идет у вас отсек под второй аккумулятор, вы можете докупить второй аккумулятор. Также он у нас в нашем магазине продается. Поставив его и подключив этот аккумулятор. Отсек у нас находится здесь с вами. Сейчас мы вам покажем, в принципе. Купив второй аккумулятор и подключив его к питанию, то есть, соответственно, у вас будет подключено во время езды, ну, то есть два аккумулятора, и если даже во время угона, скажем так, у вас укатывает скутер, сигнализация стоит, этот отключаете, то, в принципе, на этом с этим аккумулятором он у вас подключен, и, соответственно, блокировка, она должна быть также заблокирована мотор-колесо. Вот, в принципе, друзья, наверное, на этом все. Кстати, у меня еще один небольшой вопрос. Мы вот снимаем вам скутеры, да, там самокаты. Скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Нужно ли продолжать нам снимать про CityCock? Или что вы хотели бы, чтобы мы сняли, вам показали, что рассказали, на что акцентировали внимание, да? То есть нам очень важно, потому что вы нас мотивируете, да, то есть для того, чтобы мы снимали и показывали вам интересные новинки, либо тест-драйвы каких-то электротранспорта, да, то есть поэтому, друзья, ну, спасибо вам, что вы с нами. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на Instagram. Ставьте колокольчик, дальше много интересного. А с вами был Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Пока!